Привет, друзья! И вновь всем привет из Краснодара. Хорошая сегодня, добрая погода. Вот гуляю, и захотелось мне бургера. Очень сильно захотелось мне бургера, но туда я не пойду. Хочется чего-то экзотического. Пойдемте, я вам покажу кое-что. Я знаю одно супербомбезно-офигенское место. А место это называется «Балканская кухня». Там готовят бомбические сербские бургеры. Большие балканские бургеры. Большой балканский бургер. Круто! Я хочу большой балканский бургер. Потрясающий кафе-ресторан быстрого питания «Балканская кухня» расположился в самом центре Краснодара по адресу улица Митрофана Седина, 141. И сейчас я иду пробовать большой балканский бургер. В Краснодаре! Здравствуйте! Здравствуйте, добро пожаловать! Спасибо! По счастливой случайности встретил меня самый главный человек ресторана, создатель, ресторатор, творец кулинарного искусства, главный шеф-повар Горан Новакович. Вот уже больше 20 лет он занимается ресторанным бизнесом в Сербии, в странах Евросоюза и, конечно же, России. Прямо здесь, в Краснодаре. Балканская кухня сочетает в себе традиции разных стран, в том числе и Сербии. И как раз-таки наш шеф-повар – серб. В сербской кухне мясные блюда готовят в основном из свинины, баранины и козлятины. Традиционные балканские мясные блюда я сегодня пробовать не буду. Я хочу бургер. Большой балканский бургер. При приготовлении бургера Горан использует только натуральные, свежие продукты. Наши, отечественные, кубанские. Наблюдать за шефом – одно удовольствие. Профессионал своего дела сразу видно, умеет и любит готовить. В процессе приготовления бургера мы отлично с ним пообщались. Горан рассказал мне про Сербию, да и в целом про балканскую кухню. Балканская кухня довольно сытная. В ней преобладают мясные блюда. Из гарниров чаще фасоль, картошка, сладкий перец. Так сербская кухня ассоциируется с мясными блюдами, сделанными на гриле. Болгарская – с брынзой и перцем. Черногорская – как с мясными, так и с блюдами из морских гадов. Из мяса в большом почете свинина, затем говядина, а потом телятина и говядина. Ну и, конечно же, козлятина. Сербские чевапчичи и болгарские кебабцы. Кебабцы, несмотря на тюркское происхождение, название считаются на 100% мясным блюдом. Вообще, как признают сами повара, блюда балканской кухни очень похожи друг на друга. И в разных странах часто отличие заключено только в названиях. Кебабцы. Кебабцы. Очень смешно звучит. А вы знали, что в сербском языке есть особое слово «полако»? Перевести его на русский непросто. Это скорее стиль сербской жизни. Там никто никуда не торопится, так же, как и наш шеф-повар. Вообще, сербов и других балканцев сложно выбить из колеи. Они спокойные и неторопливы. Их главный принцип – полако – наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Так же, как и наш шеф-повар, получает неимоверное удовольствие от приготовления бургера. Ну а пока поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал. Мне очень важна ваша поддержка, ребята, ведь я начинающий блогер. Каждый ваш лайк на вес золота. Давайте, не стесняйтесь. И вот мой балканский бургер, большой балканский бургер, уже готов. Сейчас я его буду пробовать и алчно поглощать. И наконец-то-таки уже поем. Свежий, горячий, большой балканский бургер, приготовленный шеф-поваром Гораном Новаковичем. Специально для меня. Выглядит, конечно, большой балканский бургер потрясающе.
а запах и аромат просто не передать словами. И, конечно же, не передать через экран, но поверьте мне, друзья мои, это просто шедевр. Это потрясающий бургер. Это самый лучший бургер, который я когда-либо пробовал. Обалдеть! Да это просто пердуха какой-то. Ну вы посмотрите, какая красота! Какая красота! Вот, наконец-то, большой балканский бургер уже готов. Это все мне будет мешать. Обязательно в этом замечательном кафе выдают перчатки полиэтиленовые, чтобы не замараться. Сейчас будем пробовать. Картошка, соус. Потрясающе, потрясающе. Ну, собственно, сам большой балканский бургер. Очень много мяса. Все самое вкусное. Итак, пробуй. Это не просто, он огромный. Это называется «разорви свой рот». Ну, сейчас попробуем. Сочный, мощный, наивкуснейший бургер. Булочка с кунжутом. Все натуральное. Мясо натуральное. Как вы уже видели, пожаренное. Своими руками, ручищами. И тут Остапа понесло. От вкусовой эйфории просто снесло крышу. Я начал расспрашивать, из чего состоит соус, какие приправы он использовал, сколько минут надо жарить мясо, какое масло он использовал, до скольки градусов нужно раскалить сковородку, чтобы получилась такая вкуснятина. Ответ Горана был прост. Я просто люблю свою работу. Это моя жизнь. Десерт Равания называется. Это бисквит с яблоком и орешками. Сверху ванильный крем с шоколадом. Спасибо. А еще Горан угостил меня своим фирменным десертом. Десерт называется Равания. Это бисквит с яблоком и орешками, ванильным кремом и тертым темным шоколадом. Теперь вы знаете, где в Краснодаре можно отведать наивкуснейший большой балканский бургер. Приятного аппетита, друзья, и до встречи на просторах интернета. Не забывайте поставить мне лайк и подписывайтесь на канал, ведь я начинающий блогер, для меня это очень важно. Спасибо за внимание.